говоря о экспонировании, в экспозиции будет представлен городская стройка Свиярска на 900 квадратных метрах, как я сказал. Будет представлена тремя периодами. К сожалению, четвертый период, относящийся к 18-му, он более деструктивен и был подвергнут разрушению, и он будет представлен в виде информационных материалов и отдельных объектов, которые были с этим связаны. Три горизонта находятся в последовательном расположении, так как они были выявляемые и фиксируемые в раскопе. Это было предпринято достаточно сложно со стороны экспозиционеров решений, позволившее нам все четыре горизонта показать одновременно. Общее количество конструкций, которое будет выставлено на этом объекте, в каждом горизонте это около 3-4 усадеб, включающих в себя хозяйственные и жилые постройки полностью, с оградами, с хозяйственными постройками, с внутридомовыми конструкциями, с печами, хозяйственные постройки с углублениями. Даже вот могу один интересный такой факт сказать. Это на нижнем горизонте, относящийся к началу строительства, удалось выявить вырубленные перед началом деревья, то есть сохранились пни дубов, которые рубили перед началом строительства города в этой части, в 1551 году. И эти свидетельства вот, факта начала строительства города, они наглядно также будут представлены в экспозиции.